Васька, а спорим, что моя машина круче? Так, это еще почему? Да потому что это BMW. И что? Вообще-то это Mercedes. А у меня в машине картина висит. А у меня в машине освежитель воздуха есть, чтоб пахло приятно. А у меня в машине дополнительное багажное отделение есть. Ну и складируй там всякий мусор, у меня еда есть. Да хоть обожрись там, в моей машине давным-давно электричество есть. Все, Петька, домой, пошли, вечер уже. Ой, ключи потерял. Черт, ты спишь в портфеле. Капец, ну все сожрал. Живем тут, пока не исполнится 800к.